Трансляции с африканского сафари могут содержать сцены с охотой и тушами животных. Просмотр на усмотрение зрителя. Это просто потрясающее зрелище. Долгие часы наблюдения за северным кланом, несомненно, стоили того. Они загнали молодого бегемота в огромную лужу и теперь пытаются поймать его. Бегемот отбивается, так что это еще далеко не конец. Это сафари в прямом эфире. Мой любимый прайд парка Мара. Прайд Кигелия. Он готов драться. Хукумури. Без лишних слов встречайте Северный клан. Северный клан. Это ее земля. Танди. Авокские парни отсюда не уйдут. Авокские парни. Смотрите, это же Кикения. Кикения. Сафари в прямом эфире. Миграция. Это одно из самых необычных зрелищ за все мои годы в Дикой Африке. Мы столько часов наблюдали за Северным кланом, и теперь, наконец, собственными глазами увидим, что делает их такими грозными охотниками. Они загнали молодого бегемота в глубокую лужу и теперь делают все, чтобы изнурить его. Его мать убежала обратно к реке. И хотя он еще молод, это все равно невероятно сильное животное. Он тоже представляет угрозу для гиен. Именно поэтому они так осторожны. Медленно, но верно, клан изматывает его. В конце концов, они добудут свой завтрак, который поддержит их до прибытия мигрирующих животных. В таких случаях нужно набраться терпения. Члены Северного клана все время в движении. Барахтаются в воде, бродят вокруг бегемота. Хотя это зрелище очень грустное, оно дает нам возможность увидеть, как умело эти животные охотятся. Они ничуть не заслужили своей репутации воров. Молодой бегемот пока держится, но это будет очень долгое противостояние. Выносливость гиен против силы бегемота. Мы пока не знаем, чем это закончится. Вон там Элси. Она усердно трудится, чтобы поймать этого бегемота. Как и эта гиена. Я не вижу пятен и не могу точно сказать, кто это. А пока нам остается только сидеть и наблюдать, как восходит солнце и разыгрывается одна из самых необычных драм в парке Мара. Северный клан – это грозная группа гиен, которая бродит в северной части треугольника Мары. Вафлс – матриарх клана. Она с рождения была в низах, но смогла пробиться на вершину иерархии клана. Всего в клане более 70 гиен. Эти умелые охотники часто преследуют слабых и больных. Но иногда самая крупная и сильная добыча дает отпор. Клан также любит питаться объедками и красть у других. Скоро Вафлс исполнится 12, и она передаст бразды правления своей внучке Суп. Еще неизвестно, хватит ли Суп и ее детенышам сил отстоять свое кровное право. Вафлс захватила трон силой, но удастся ли ей закрепить власть за собой? Я стою на берегу реки Мара. Она представляет собой одно из самых сложных препятствий для антилоп во время миграции. Антилопы пока еще не прибыли. Все из-за невероятного количества дождей, прошедших в Танзании.
Чудесная сочная трава на юге немного задержала стада, но скоро они будут здесь. Я знаю это, потому что зебры, которые возглавляют этот поход, уже начали спускаться к великой реке Мара. Все потому, что для них длина травы не имеет значения, в то время как антилопы предпочитают траву покороче. Их движение на север — лишь вопрос времени. Река Мара — это артерия, которая оживляет экосистему Африки. Тысячи животных обитают в ее водах. От ленивых травоядных до свирепых хищников. Жажда вынуждает их спускаться к ее коварным берегам. Путешественникам стоит опасаться ее мутных вод. Впрочем, как и птицам. Большую часть года обитатели Мары вкушают дары реки. Многие терпеливо ждут периода, когда более миллиона животных приходят полакомиться травами вдоль Мары. Но трава зелена на обоих берегах. Такое искушение берет вверх над всеми страхами. Это настоящий пир для крупнейших рептилий в мире. Но травоядные погибают не только от зубов крокодилов. Ежегодно паника, течение и каскадные пороги становятся причиной невероятного количества смертей. Река Мара парадоксальна. Она источник как жизни, так и смерти. Эти животные столкнутся с множеством препятствий на своем пути. Кажется, это уже началось. Они пересекают первую полосу препятствий — песчаную реку. Песчаная река находится немного южнее и служит границей между Кенией и Танзанией. Тысячи антилоп перебегают песчаную реку, направляясь на север. Я не знаю, когда именно они прибудут, но я надеюсь, в течение 1-2 недель. Думаю, у него получится. Только посмотрите. Гиена и бегемот идут почти бок о бок. Маленький бегемот в ужасе. Я на секунду подумала, что нам тоже придется бежать. Он истощен. Он напуган. Он один. Но как он силен? Он продолжает идти вперед через воду. Река, вероятно, в 300 метрах отсюда. Да, около 300 метров. Справится ли он? Вафлс, ты решила присоединиться? Да-да. Она только что прошла перед нами. Пузатая и совсем не заинтересованная в охоте. Она уже навидалась всего этого. Впереди этого молодого бегемота ждет самый сложный участок пути. Там нет воды, одна суша. Он будет уязвим. Ему придется каким-то образом преодолеть этот участок, чтобы добраться от одного острова к другому, а затем попасть в реку Мара, где он, возможно, найдет свою мать. Посмотрим, что будет. Мы охотимся вместе с кланом. Вернее, не охотимся, а собираем объедки. Мне гнилое мясо зебры ни к чему, но я очень хочу посмотреть, смогут ли они отобрать его у этого красавца. Из двух молодых самцов прайда Кигелия он самый крупный. Тот, что поменьше, преследовал гиен по всему этому выжженному участку. Как видите, уже достаточно светло. Обычно светлеет гораздо раньше, но утро выдалось серым и мрачным. И это прекрасно. Так что нам придется остаться подольше. Гиены примерно в 50... Нет, в 80 метрах ото льва. Сейчас подъедем поближе. Такое мрачное утро как нельзя кстати. Животные в такое время бывают очень активны. Так, остановимся тут. Это не седло клювы ебиру там за гиенами?
Выглядит мрачно. Кажется, это он. Тут промокший седлоклёвый ебиру. Это, кажется, Пайк. Нет, это не Пайк. Не помню имя другой самки. У нее ошейник. Смотрите, они подняли хвосты. Они подходят все ближе ко льву, который теперь один. Сафари в прямом эфире. Миграция. Все ближе и ближе к молодому самцу клана Кигелия. Захватывающее зрелище. Повсюду гиены. Они набираются смелости. Они взволнованы. Они могут попробовать напасть на льва. Стало немного светлее, и внезапно спустились грифы. Они, видимо, были совсем рядом. Бедный лев теперь окружен падальщиками. Его товарищ ушел и оставил его одного. Невероятное зрелище. Посмотрите. Он, кажется, готовится. Вот он, гонится за грифами и гиенами. От той туши почти ничего не осталось. Лев уже сыт. Только послушайте. Гиены вызывают подкрепление. Им нужно больше бойцов, больше ажиотажа. Лев снова прогоняет грифов. Это не было впечатляюще. Итак, он чуть не бросился. Поступил вопрос. Однозначно, да. Если льву удается схватить гиену, он всегда убивает ее. Они заклятые враги. Послушайте, он не знает, кого гнать, гиен или грифов. Кто решится украсть его добычу первым? Так, гиены вошли в азарт. А он пытается сдерживать их, но стоит ему отвернуться, как гиена или гриф выскочит вперед. Именно так действуют гиены. Они отвлекают его. Рванули вперед. Может быть, лев сдался. Нет, он возвращается. Он хочет прогнать грифов. Второй лев уже на подходе. Он вышел откуда-то позади нас. Гиены совсем близко, и он решил, что не может оставаться в стороне. Прислушайтесь. Гиены что-то забрали. Им удалось схватить что-то похожее на желудок. Второй лев, кажется, хотел вернуть его. Это невероятно. Это прямой эфир из Масаи Мары в Кении. Здесь пока нет других машин, и все это происходит прямо сейчас. Я так рад! Теперь гиены дерутся за украденное. Это финал. Как по мне, клан Веселой Зебры и Прайд Кигелия отлично дополнили это собрание. Я получил уйму удовольствия, работая с ними. Я провел с ними огромное количество времени. И я рад, что все одержали победу. Гиенам тоже досталось. Смотрите. Он снова гонит грифов. Шум гиен, возможно, привлечет других львов. Это похоже на Пайк, альфа-самку этого клана. К слову, мы все еще наблюдаем за северным кланом. Так что давайте посмотрим, как дела у королевы Вафлс и Джейми. Голодные гиены терпят неудачу. После вчерашнего сытного ужина они слишком медлили. Внезапно это необычное противостояние гиен и молодого бегемота подходит к концу. Вы не поверите, что произошло. Жизнь бегемота висела на волоске. Наконец, он решился пробежать через этот небольшой участок по каменистой земле, неглубоким водоемам и вязкой грязи, чтобы укрыться в реке. Как бы быстро он ни бежал, гиены были быстрее, но они никак не могли одолеть огромного бегемота.
Бегемот уворачивался и уклонялся от зубастых челюстей гиен, преодолевая каждое препятствие на своем пути, прежде чем укрылся в глубоких водах. Не успев прийти в себя от ужаса, но уже с чувством облегчения, маленький бегемот отправился на поиски матери. Думаю, вы согласитесь, что после такой тяжелой работы северный клан заслуживает хорошего отдыха. Наверное, они пойдут валяться где-нибудь в грязи. Так заканчивается одно из самых необычных приключений за все время, которое я провела с гиенами. Знаю, я уже не в первый раз использую слово «необычный», но так все и было. А вот и наша пузатая Вафлс. Все это время она только и делала, что гонялась за другой гиеной. Теперь она возвращается в логово. Вот и конец истории. И, полагаю, его вполне можно назвать счастливым. Маленький бегемот, который смог. Сафари в прямом эфире. Миграция. Чем больше времени я провожу с детенышами северного клана, тем больше я узнаю их, и, естественно, тем больше у меня любимчиков. Та, что впереди с насечкой на ухе, Пейсли, моя любимица. Позади нее самый молодой член северного клана. Его зовут Ленивец. Всего несколько месяцев назад он был крошечным, неуклюжим, черным малышом. Во время длительных дождей в начале года мы каждый день, поскальзываясь и скатываясь, шли к логову. Наше терпение было вознаграждено. Вскоре мы увидели самого молодого члена клана. Вначале мы не были уверены, кто мать этого детеныша. Я прозвала его Pocket Rocket. Он носился повсюду во время своих первых вылазок. Теперь мы все знаем его как Ленивца, сына Саур. Он уже не тот застенчивый кроха, каким когда-то был. Не верится, что этот детеныш некогда был неуклюжим черным малышом, который только начинал покидать пределы логова. Но это и вправду он. Ленивец немного младше других детенышей. Он слегка застенчив и очень робко подходит к нашей машине. Его тоже ждут свои жизненные испытания. Его мать довольно высокого ранга, но не на самом верху. Это означает, что он находится где-то посередине. Ему доведется выяснить, какая гиена подчиняется ему и какой гиене подчиняется он. Он ни в коем случае не должен по ошибке перепутать их. Он уже делает успехи, создает всевозможные неприятности, подходит к машине и, как и все остальные детеныши, нюхает ее. Они такие любопытные и смышленые. Потом им это будет неинтересно, а пока мы наслаждаемся этими чудесными моментами с ними. За это время мы успели заметить, что малыш-ленивец очень даже своенравен и не устает мучить свою мать Сауэр. Ленивец сильно вырос с тех пор, как мы впервые его увидели. Его мать понимает, что он далеко не подарочек. Сауэр пыталась утащить своенравного сына, но ее терпение лопнуло. И она ушла, оставив его одного. Как и все дети, которые перегнули палку, изводя своих родителей, ленивец явно сожалеет. Он смотрит на земли клана, и без своих взрослых товарищей рядом он выглядит очень молодым и одиноким. Мамы гиены не славятся снисходительностью, и, естественно, терпение Сауэр в конце концов иссякло. Она перенесла маленького ленивца на другой участок клана, чтобы он присоединился к своим старшим товарищам. Как бы замечательно и мирно это ни выглядело, это, тем не менее, не лучший способ узнать истинную природу клана гиен. Для этого нужно терпение, часы, дни и даже месяцы непрерывной работы, и для этого нужно повсюду следовать за гиенами. Добро пожаловать вновь на великую реку Мара. Прошла неделя. Как и видите, зебры уже начали пересекать реку, но вокруг так много крокодилов. Невероятно. Теперь, как я и говорила, здесь очень много машин. Люди со всего мира приехали посмотреть на это удивительное зрелище, как и мы. Именно это. Вот и они.
Именно это мы собираемся делать следующие 5 недель на берегах реки Мара. Нет! Беги, зебра! Вот беда. Там огромный крокодил. Вон он плывет. Смотрите, как ловко он управляет хвостом. Промазал. Еще попытка. Часто можно встретить зебру без хвоста. Это значит, что крокодил почти справился. Нет, беги! Боже мой, посмотрите на зубы этого крокодила. Зрелище страшное, особенно если вдруг появится жеребенок. Этот крокодил точно более 4 метра в длину. Может быть, 4,5. Ему ничего не стоит схватить жеребенка зебры. Они вцепляются в жертву мертвой хваткой. Вон он плывет. Пытается смешаться с зебрами. Так больше шансов на успех. Нет, плывите, зебры! Они хорошие пловцы. Пни его! Иногда именно так они и спасаются пинками. Нет, прыгай! Только не это. Он схватил одну. Он поймал зебру. Крокодил схватил эту зебру за шею. Нет. Это, конечно, очень печально. И если вы впечатлительны, наверное, самое время отвернуться. Но это дикая природа, так и есть. Матушка природа никого не щадит. Это ужасно. Но крокодилам тоже нужно питаться. В это время года животных много, и у них появляется шанс вдоволь наесться. Теперь крокодил попытается утопить эту зебру. Только так он сможет ее убить. Случается, что подплывают другие крокодилы, и тогда, как бы ужасно это ни звучало, они разрывают жертву на части. Слышите? Другая зебра подает сигнал бедствия. Это так грустно. Еще одна жизнь потеряна. Это уже 2-я за сегодняшнее утро. 2 жертвы. Но все могло быть хуже, учитывая, сколько крокодилов наводнило реку Мара. Это Вафлс, королева северного клана. Та самая гиена, которая пробилась с одной из наиболее низких позиций в иерархии на самый верх. Она носит ошейник. Этих гиен изучали более 30 лет, и только с помощью ошейников можно отслеживать и узнавать больше об этих удивительных и загадочных животных. Думаю, нам стоит сразу кое-что прояснить. А именно то, как этих животных именуют. Все на самом деле очень даже логично. Клан гиен состоит из самок, их сыновей, дочерей, внуков, и других самок по линии. И каждая семья имеет свое место в иерархии. Таким образом, самок или отпрысков самок называют согласно их теме. Тема семьи Вафлс – марки сиропов. Ее сына зовут Ферк, другого сына – Херши, а дочь звали Лог Кэббин. Лог Кэббин, к сожалению, умерла. Что вы там увидели? Подождите, мы еще вернемся к этой теме. Вы не поверите, но прямо сейчас их главная проблема – это львы, желающие украсть их добычу. Сафари в прямом эфире. Миграция. Не знаю, кто это был и что произошло, но прямо сейчас они на краю своей территории. Это могла быть и очень смелая гиена из соседнего клана. Но, как я говорила, обычно это львы. Чаще они крадут у гиен, а не наоборот. Итак, у Вафлс своя тема. Ее дочь умерла, но ее внучка Суп все еще жива. В течение следующих 5 недель мы пройдем через множество испытаний вместе с кланом гиен, и в частности, вместе с Вафлс и ее внучкой Суп. Думаю, вы согласитесь, что для стареющей альфа-самки она отлично держится. Когда придет конец правлению Вафлс, кто решится занять ее место? Матриарх – желанная позиция. Она дает приоритет в питании. Все самки хотят эту привилегию.
Хотя суп имеет кровное право на власть, любая самка из клана может претендовать на трон ради благополучия своей семьи. У большинства из них в роду много самок и есть сильная армия для поддержки. У суп только два детеныша и стареющая бабушка. Намечается грандиозная борьба за власть. Что окажется сильнее? Кровное право или мощная армия? Мы все еще сидим и смотрим на эту захватывающую сцену. Тут грифы, гиены и львы из клана Кигелия. Они так сильно выросли за последние... А вот еще и антилопа на подходе. Мы на юге, сейчас разгар миграции. Гиены, кажется, довольны добытыми объедками. Теперь, когда оба льва на месте, гиены уже не кажутся такими смелыми. Слышно рычание другого льва. Где-то к северу от нас рычит еще один самец. До меня доносится мычание антилоп. Вот они. Держат путь от реки Мара. Большинство антилоп пересекли ее на прошлой неделе. Тут грифы. Призыв к подкреплению, похоже, сработал. Гиена просто так гналась за этим седлоклювым ебиру. С той стороны приближаются несколько гиен. Другие стоят за нами. Они уже не изъявляют особого желания нападать на львов. Но все может измениться, если их станет больше. А этот пробежал мимо. Он не понял, где нуждаются в подкреплении. Видимо, плохо понимает своих. Я пытаюсь вновь уловить рычание кипули. Или это могли быть львицы из прайда Солонца, с которыми эти парни в последнее время были неразлучны. Они обглодали эту большую зебру. Почти ничего не осталось. Объедки для грифов и гиен. Гиены вернулись с прогулки. Похоже, они вновь собираются сюда. Вперед, гиены! Сафари в прямом эфире. Миграция. Над Марой воцарилась тьма. Мне удалось разглядеть только одну гиену. Она бродит в опасной близости от льва, но зато в зоне досягаемости инфракрасного света. Мы, разумеется, сидим в темноте и используем инфракрасный свет, чтобы не потревожить животных. Лев выглядит абсолютно спокойным. Вокруг как минимум 5 гиен. Я вижу только одну. Она где-то в 100 метрах. По мере того, как будет светлеть или появится больше гиен, они начнут издавать это жуткое хихиканье, осмелеют и попробуют украсть оставшийся кусочек зебры.
Члены клана «Веселые зебры» известны как неподражаемые охотники на буйволов. Но на этой неделе все внимание достается северному клану. Однако клан «Зебры» поступил умно, держась подальше от того стада буйволов. Они были очень опасны. Мы с Брентом наблюдали за кланом «Веселые зебры» еще до прибытия мигрирующих животных. Напомню, на прошлой неделе мы видели, как гиены северного клана, рискуя своими жизнями, пытались поймать маленького бегемота. На этой неделе мы с ними в прямом эфире в заповеднике Масаи Мара. Жду не дождусь, чтобы показать вам этих гиен. Я провела с ними 4 месяца, и теперь мы можем познакомить вас с ними в прямом эфире. У нас для вас столько сюрпризов. Итак, рискуя своей жизнью из-за буйвола или... Они разбежались кто куда. Я пригнусь, чтобы вам было видно. Они носятся повсюду. По утрам до восхода солнца они очень активны. Любят поиграть. Идеальное время. Как я уже говорила, на прошлой неделе они рисковали жизнью, охотясь на бегемота. На этой неделе все иначе. Впечатлительным зрителям лучше не смотреть то, что мы собираемся показать. Великая миграция добралась до Кении. События разворачиваются на берегах реки Мара. Северный клан ждет своего часа. Миграция отразилась на поведении всех хищников заповедника, включая северный клан. Когда сотни истощенных животных выбежали из реки, гиены уже были готовы воспользоваться их страхом и замешательством. Они всюду искали раненых или слабых. Спустя несколько дней нашлась подходящая жертва. Зебра, живот которой вспороли крокодилы, набрела прямо на них. Смерть зебры была предрешена, но ее боевой дух напугал гиен. Храбрая зебра лишилась сил, и тогда гиены северного клана завершили начатое рекой Мара. Они милосердно положили конец ее страданиям и добыли себе уйму пищи. Ужасное, жуткое зрелище. Бедная зебра. Она умерла страшной смертью. Но животные год за годом неминуемо переживают все это. Для гиен это период благополучия. А теперь мы наблюдаем, как они играют и общаются. Они счастливы и сыты. Это так необыкновенно. Гиены не перестают удивлять нас своим поведением. Иногда с ними бывает очень трудно. Они так близко и совершенно не стесняются. Вопрос от Конора. Сколько мяса может съесть гиена? Эти ребята знают толк в играх. Конор, за один присест гиена может съесть до 20% от собственного веса. Как-то я видела гиену, которая выглядела так, будто она наглоталась надувных мечей. Она шла в развалку. Все просто. В среднем гиена весит от 60 до 80 килограммов. Так что несложно посчитать, сколько мяса они съедают за один раз. Просто удивительно. Ребята, вернитесь сюда. Носятся туда-сюда в темноте. К концу серии станет светлее. К тому же мы приготовили для вас кое-что особенное. Помните тот случай с зеброй? Кто был внимателен, возможно, обратил внимание на крупную самку с ошейником. Ее не было видно целую неделю. Когда Вафлс вернулась на территорию своего клана, товарищи по клану и их детеныши, как обычно, встретили ее с почтением. С замиранием сердца я последовала за ней через высокую траву, в которой было скрыто что-то очень ценное. Крошечный, новорожденный детеныш. Все еще слаб и беспомощен. Следующие несколько дней Вафлс не оставляла его ни на минуту, отлучалась лишь поесть и попить. Затем она быстро возвращалась к малышу.
Об этом тайнике под землей знают те немногие, кому она доверяет. Опытная мать не зря выбрала это место для логова. Материнство сделало хватку ее мощных челюстей нежнее. Она повернулась к нам, и мы смогли хоть на мгновение взглянуть на это крошечное существо. Я с радостью наблюдала, как новый член Северного клана впервые взглянул на мир вокруг. В природе нет ничего однозначного. Смерть одного дает шанс на выживание для других. Самым захватывающим развитием событий стало появление новых детенышей в Северном клане. Ваффлс нет на территории клана, значит, сейчас она, как обычно, где-то в поисках еды. За время, проведенное возле ее нового логова, я заметила, что обычно она возвращается, когда начинает светать. Сейчас как раз светает. А это значит, что Ваффлс может скоро появиться. Мы последуем за ней в ее логово и попробуем показать вам ее крошечного детеныша. Просто невероятно. Как это волнительно. Не могу дождаться. Но где же Ваффлс? Природу невозможно предсказать. Почти невозможно. Одно мы знаем точно. Когда львы сталкиваются с гиенами, обстановка непременно накаляется. Лев преследует гиену! Преследует гиену! Второй лев, который, казалось, пропал из виду, только что гнался за гиеной. Вокруг, наверное, 8 или 9 гиен. Вон они, стоят позади льва, готовые в любую минуту кинуться и схватить тушу зебры. Второй лев, наверное, услышал шум гиен и прибежал обратно. Это так захватывающе. Гиенам будет непросто стащить что-либо на глазах у двух львов. Однако львы так наелись, что у гиен все же есть шанс на успех. Львы могут просто оставить тушу и уйти. Мы уже видели, как ловко охотится Северный клан. Лев сыт до отвала. Не думаю, что в него еще что-то влезет. Напомню, что это финальная серия. После стольких испытаний я не нашел бы более подходящего места для финала, чем рядом с Прайдом Кигелия и кланом Веселой Зебры. Самое невероятное, что я наблюдал в заповеднике Мара, было то, как гиены охотились на буйвола, а львы затем украли его. Не забывайте, что все это происходит прямо сейчас в Масаи Мара. Стычка львов и гиен на сером дождливом рассвете. Но порой, благодаря прохладе и активности животных, в такие серые дождливое утро происходят самые невероятные вещи. Сафари в прямом эфире. Миграция. Мы проследовали за ней и остановились в таком месте с подветренной стороны, чтобы и ей, и нам было комфортно, и чтобы ей не мешали посторонние запахи. Только посмотрите. Это однозначно логово. Вот там она расчистила вход. Я более чем уверена, что клан уже пользовался этим логовом раньше. Быть может, так она пытается познакомить детеныша с остальными членами клана. Невозможно передать, в каком мы восторге. Малыш воет. Мы часами наблюдали за Ваффлс, и вот она раскрыла нам еще один свой секрет. Ваффлс, ты бесподобна. Теперь надо набраться терпения. Она там, в яме. С каждой неделей детеныш все чаще выглядывает наружу. С каждым днем он становится все смелее и смелее. Только взгляните. Вон он. Ваффлс, какая же ты умница. Его уши начали расти. У детенышей гиен всегда такие огромные уши. Слишком большие для их головы. Вот он высунул голову. Именно этого мы ждали и искали. Все эти долгие часы, проведенные Северным кланом, стоили того.
Для нас и для Waffles все сложилось как нельзя лучше. Она вернулась в самое сердце территории клана, а мы смогли вдоволь насмотреться на ее драгоценного малыша. Именно этого мы и ждали. Первое стадо антилоп. Это крокодил? Да, это он. Он уже близко. Всплески воды привлекли крокодилов. Они довольно крупные. Неудивительно. За последние пару недель они съели немало зебр. Бедные антилопы. Зебра, наконец, решилась нырнуть. Первая зебра пошла. Только не ныряй с головой. Это не лучшая идея. Вон там уже не так глубоко. Она достает до дна. Мне нравится, как зебры плывут, отталкиваясь от камней. Это удивительно. Там немного скользко. Они изо всех сил стараются выбраться на берег. Это сложно, особенно когда их много. Крокодил не знает, что делать. Он уже довольно далеко от остальных зебр. Однако, из всех животных, которых мы встречали, крокодилы плавают лучше всех. Река Мара — их постоянный дом. Зебры явно чувствуют себя уверенно. Они даже останавливаются. Камни скользкие. Смотрите, с каким трудом они карабкаются. Давайте, вы сможете. Крокодил все еще прячется и наблюдает. Так он может упустить последнюю возможность вкусно пообедать. И время истекло. Зебрам удалось добраться до берега в целости и сохранности. Сегодня обошлось без жертв. Еще один успешный переход. Это было невероятно. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. С нетерпением жду продолжения миграции в течение следующих нескольких недель. Мы снова в логове Waffles. Ее маленький детеныш только начинает изучать окружающий мир. Их двое. Неужели? Их двое. Waffles, ты просто чудо. Ты прекрасное и ужасно скрытное чудо. Малышей двое. Я и не подозревала. Их двое. Как удивительно наблюдать за тем, как самые молодые члены Северного клана постепенно познают мир. Их мать – королева Северного клана. Все это время она скрывала от нас свой самый главный секрет. Она родила не одного, а двух детенышей. С ума сойти. Каждый день я часами наблюдала за ней, и я понятия не имела, что у нее двое малышей. Кто знает, что ждет этих малышей в будущем? Мы знаем одно. В дикой природе испытания никогда не заканчиваются. Такие матери, как Waffles, делают все, чтобы защитить и уберечь своих детенышей, пока те не вырастут и не смогут сами постоять за себя. Они – будущие правители Северного клана и надежда для стареющей главы матриарха, у которой нет дочери. Мы пока не знаем, какого пола детеныши. Так или иначе, их любит и защищает самая могущественная гиена в Северном клане.